Между тем, профессионалов из крупных городских госпиталей переводят в районные ЦРБ. Ротацию, по информации интернет-изданий, проводит вице-губернатор Денис Фадеев. В преддверии 70-летия Победы главврач областного госпиталя для ветеранов войн Игорь Матвеев переведен на работу в Марксовскую ЦРБ, а его место займет прежний руководитель райбольницы Арслан Юанов. В публикации информагентства отмечено, что к Матвееву накопилось множество вопросов со стороны областных властей, в том числе относительно финансовой деятельности госпиталя. Новый главврач Арслан Юанов приехал в Саратовскую область около года назад из Кабардино-Балкарии и в свои 33 года является доктором наук. Не проработав года в районной ЦРБ, его поставили во главу госпиталя для ветеранов войн, стратегически важного для регионального правительства учреждения.